Теперь о том, что происходит в мире. Экоактивисты нарушили работу Мюнхенского аэропорта. Защитники климата из движения «Последнее поколение» проникли и разместились на взлетно-посадочной полосе. В результате руководство вынуждено было отменить больше 60 авиарейсов. Также аэропорт не мог принимать самолеты, их перенаправляли в другие воздушные гавани. Полиция арестовала 8 правонарушителей. Акция протеста объясняется тем, что на долю воздушного транспорта приходится почти 10% выбросов парниковых газов в Германии. Таким образом, люди призывают правительство принять более решительные меры для борьбы с изменением климата.